Детский сад «Ромашка» в Муханово – самый старейший в нашем районе. Он ведет свою историю с 1925 года и находится на границе Московской и Владимирской областей. Поэтому детей переводят сюда сразу из двух областей. Сейчас в «Ромашке» три группы – это 50 детей и дружный коллектив воспитателей. Детский садик – это домик наш с тобою. Стали мы его судьбою, мы теперь его лицом. Поздравить юбиляров приехали представители районной администрации, глава Богородского поселения Виктор Кузнецов. Спасибо вам. Спасибо за ту теплую атмосферу, которая здесь существует. За то, что есть этот коллектив, за то, что у вас такой прекрасный директор. Это, ну, вот это и есть тут и чудеса. Поздравляю вас с вашим юбилеем, здоровья, счастья, что вас близкие любили и все радовались, особенно сегодня. Грамоты от администрации поселения и Богородского совета депутатов, цветы и сертификат на 50 тысяч рублей стали подарком. А от имени депутата Московской областной думы Александра Двойных воспитателей поздравила Ольга Солнышкина. Первая программа появилась только в 1936 году. То есть уже знали, что нужно заниматься детьми дошкольниками, но еще не очень понимали, как. То есть я могу себе представить, что в вашем садике первые годы отрабатывались наверняка самые передовые методики, какие бы перипетии ни случались в государстве, в системе образования. В целом система держится и хорошо работает благодаря вам, дорогие садовницы, которые с такой любовью, с теплом, а иначе нельзя, приходят каждый день на работу, радуются детям. А на работу сюда приходят действительно с радостью. Заведующая Янина Яшникова здесь уже 27 лет. А Елена Щелева, даже уволившись из детского сада, вернулась работать обратно. Слава, жить не могу без детского сада. Пришлось прийти снова сюда, да, так как люблю детей, люблю коллектив. Заведующие очень хорошие. Это особо приятно видеть, когда вот сейчас девочка выступала, а ко мне ходила ее мама. Ой, прям очень похожа, такая же способная, такая же развитая. Сидела, хлопала от всей души. Много-много прошло через мои руки, много прошло детей. И вот сейчас эти дети мои водят детей сюда. Очень приятно. Вот так и живут и работают в детском саду «Ромашка» в Муханово. Наталья Зайцева, Алексей Галкин, День города.